Family Gypsophila Village в районе Акуджалар, рядом отель Q Premium, для понимания того, где она вообще находится. А, и дельфин еще вон там рядом. Отель ориентирован на семейный отдых с детьми, и основной контингент туристов – это европейцы. Данный отель очень любят немцы. После ковида отель работает со всеми рынками. Бунгальная территория. Отель, по которому практически нет негативных отзывов. Несмотря на такой регион, степной регион, ну, достаточно зелено. Бунгального типа, поэтому называется вилледж. Какие приятные домики. Все номера находятся в бунгало. Небольшой. Такие лестнички в домиках. Также в отеле есть семейные номера размером 60-66 метров квадратных на две спальни и с двумя ванными комнатами. Минимальная категория номера экономи. Эти номера расположены около дороги, имейте это в виду. Бар с панорамным видом. Отель работает, детская площадка есть, главный ресторан. Здесь на главном бассейне есть горки для детей и проводятся все активности. Снэк-ресторан. В отеле подают блюда турецкой, международной и монгольской кухни. Концепция питания ультра все включено, действует круглосуточно, включает безалкогольные и алкогольные напитки местного производства. Приятный отель. Thank you.
под деревьями, под пальмами можно полежать. Это аккорд зала. Есть зона для релакса. Здесь активность, еще есть отдельная зона для релакса. Один из а-ля-карт ресторанов можно посетить бесплатно по предварительной резервации. Обратите внимание на вот эти лежаки. Тут туристы с детьми, с колясками, и вот такие лежаки прямо тут на зелени, это просто класс. И более спокойная часть отеля, где можно полежать без лишней суеты, тоже есть. Отель очень приятный, очень ухоженная территория. Вот прям просто очень приятно тут находиться. Детская площадка, мини-клуб. Для любителей спорта доступны баскетбол, мини-футбол, тренажерный зал, теннис, пляжный волейбол и настольный теннис. Водные виды спорта за доплату.